Крутим деда. Круток много, но это, как мы знаем, нам ничего не дает. Ну да, мне сегодня делюк выпал. У тебя делюк выпал, у меня он хоть main dd, ты им не играешь. Вот мне очень обидно. Потому что мне-то выпадет опять кицин. Я как бы ничего против нее не имею, но она мне поначалу как... Ну, я очень расстроилась, потому что она мне... Я проиграла 50 на 50. И вот он, Кадзуха. Ой, журнальчик немножко поменяли. А вот он, у меня последний, поэтому я буду крутить с нуля. Ну, у меня делюк теперь это... Самый большой пятизвездочный персонаж с самым большим количеством созвездий. Одно. Так, здрасте, у тебя УЦЦ-2. А, ну, ц, ну ц, у тебя УЦЦ-2. Она... Они да. тоже, они же из стандарта ЦЦ, выпадают. Да, ЦЦ, это да. Ну, ЦЦ уже можно читать, она как в смысле? У меня ее нет вообще. Так-то да, УЦЦ уже 2. Ну? Давай. Мороксу помолимся. Я не знаю, поможет это. Дан за жлоб. Ну да, ну дед, давай договоримся так. Мне он сегодня не выпал. Пошла? Ну я знаю. Значит, вот ты выпадаешь, я на тебя трачу все ресурсы на прокачку тебя, на твое обмундирование, там прочее, прочее. Неважно, он меня нащит, он меня знает, он будет, так сказать, охранять меня, потому что я рак, я без щита играть нормально не умею. Поэтому он мне очень нужен, будет очень востребованным персонажем. Вот, Фишель. Не помню, какое созвездие, но какое-то второе, может быть. У меня, по-моему, пятое. Ну, ничего себе, где-то ты ее столько налутал. Вторая десяточка пошла. Или четвертая. А, ну хотя ее по ивенту давали, да же? Да. Созвездие нам давали, помимо костюма. Она и, в и по ивенту была, и в магазине была. Угу. Копье Фавони. У меня его ни разу не было. Вообще ни разу. Просто вообще. У меня... Я, наверное, странный человек. Я радуюсь каким-то таким совершенно непонятным вещам. Дионочка, вот. У меня не говорю. Все, нахрен Дионочка. Тебе, дед. Диона, не каркай мне тут. Дионочка моя, зайка. У меня не было. Дед ничего умеет только котлеты кидаться, а Дион умеет делать все. Зато он как бы дает стан, там никто не двигается. Вот если бы еще у Диона был бы дамаг. Ну, да. Я с луками, конечно, полный рак. Она, конечно, ну, немножко по-другому играется, там, типа, но щиточек. У нее слабый дамаг. Я поняла. Но она не для этого, она как бы щиточек, хилочек. Ну, у меня, по крайней мере, не знаю, может, ее, если в ДД, конечно, надеть, может, она и будет нормально. Но я думаю, умельца есть, которая ее вкачала, Фишель. Уже еще одна. Ну, она мне явно C6 будет. А Фишель, я тоже рак, я не очень как-то понимаю, как ей играть. Надо где-то почитать, надо посмотреть. Ну, ханкайская Фишель мне понравилась больше. Верю. Она там... Это было три, да? Четыре. Да. Четыре полетело. Там и Кьюшка как-то у нее имбови, и Ешка прикольнее. Угу. Меч Фавония. Ну, это на Т5 собирается потихонечку. Угу. У меня он не Т5. Диона С1. Ничего себе. Ну, вот. 15%. Ой, 15 единиц энергии возврат после окончания Кьюшки. Угу, круто. Так. Это было 40-е, да? Да. Ну, короче... Сейчас ты сделаешь мне Диона С6, и я буду очень сильно завидовать. У меня пока круток нет. Фишель. Не попеременно как-то идут, я смотрю. А кто там третий на баннере? Калей. Калей ни одной. Ну ничего, мы ее по ивенту, если что, получим. Была 50-я, да, теперь 60-я. Ну понятно, меня опять тянет на гарант. О! Калей. Стоило поругаться. Калей. Так, я ругаюсь. Деда, нет, дед не падает. Да он там уснул где-нибудь. Своей чайной. Угу. Так, господин Джунгли, давай это, собирай это вещи и выезжай. А что иначе на Дион променяй? 70. Даже не софт-гарант, ты смотри-ка.
А, Софтгарант 75-77. Так что это следующее. Комар. Отсремнялочка. Да, у меня уже вторая или третья. Третья, по-моему. Хорошо. А вот сейчас мы узнаем, выиграла я 50 на 50 или нет. Или как я себе. Не надо мне каркать вот эту вот под руку. Я уже успела немножечко это... Испугаться. Фишель. Мона. Мона, Цанин. У меня, кстати, есть мона. Я счастливый обладатель моны с молитвы новичка, кстати. Все никак не могу ее докачать, потому что на самом деле перс интересный. Ну вот. Грипп. Да. Ну, ты знаешь, я к этому была... После Кадзухи я к этому была морально готова. У тебя есть Диона. Я к этому была морально готова, да. Тебе на пальце сел кома, а уже не сел. Нет. Ну, крутим дальше. Сейчас хоп, вторая. Или это бывает только вот... Это бывает только у Диона С2. О, круто. Вот чего я хочу как минимум. Да. За вторую. Партийный щит. Угу. Ну, и пока что последнее. Люблю я десятками крутить. Значит, после гаранта откручено, грубо говоря, 20. Будем пылесосить сумеру. Церемониалочка. Фиш. Они у меня ровно вот попеременно. Диона, угу. Фишель, Диона, Фишель. Угу. Фишель собралась. Угу. Все, даже созвездий нет. Это уже в кэшбэк ушло, представляешь? Ну, я ожидала. К сожалению, я ожидала. Ну, что поделать. Я поэтому сразу решила, что я никакие сигны ничего не выбиваю, потому что как бы на деда и черная кисть сойдет на щит. Вот. Будем пылесосить сумеру. Будем добирать. 20 уже откручено, осталось сколько? 70? Думаю, изи наберу вообще. Жаль, конечно, будет, потому что очень хотелось бы кого-то еще из девочек. Это вот Ганьюй, да, и Какоми, они следующие. Ну, будут. Я также планировал. Я думал, сейчас выберу и ну, да. Тигнари у нас, поскольку уходит в стандарт потом, я думаю, надеюсь, что он тоже мне когда-нибудь выпадет, потому что так вот по затесту он тоже прикольный. Стандарт как бы все равно особо не крутим, потому что... Не стандарт, но ты же проигрываешь 50 на 50. Ну, то есть есть шанс, что он выпадет. Ну, правда, я счастлива обладатель 55 ранга без единой ЦЦ. Тем не менее. Ну, ничего, будем еще добирать. Докручиваем деда. Я победитель по жизни, который проебал все что угодно. Ну, в смысле, 50 на 50. Кому-то вот уже повезло, я знаю. Маргонина. Вот, мне вот нет. Ну, короче, сегодня у нас обновился магазин Пайман. К сожалению, тут Синцю. Ну, в смысле, потому что я его очень хотела, потому что у меня его нет. Но я вот не знаю, что делать, потому что... У меня звездного блеска на 28 круток, и я буду его сегодня, наверное, впервые в жизни, наверное, тратить. Вот, сегодня вышли вот эти круточки, их можно докупить за звездную пыль. Упс. Вот, дед у нас уже будет 100% гарант. Вопрос, докуда он меня будет скамить, потому что после моны... Было откручено 20, насколько я помню. Вот, то есть, грубо говоря, нам надо 70 круток. Вот, и... Даже не знаю, сколько купить. Вот тут у меня 47. Ну, начнем, наверное, пока так. А потом будем, не знаю, докупать. Ну, ты скупи все крутки, которые...
ну, которые сейчас обновились, я купила. Да. А за «Звёздный блеск» я пока что не трачу. «Звёздный блеск» это какой? Ну, который дорогой. А, ну я их никогда не трачу, я на них только, ну, редко трачу, но в основном я их на персов оставляю. Ну, по крайней мере, я всегда оставляю на двух персов, типа 70, чтобы можно было сразу двух скупить. Вот, ну, меня очень синцу интересует, но вот я не знаю пока там как пойдет. Ладно, поехали. Ну, наверное, это будет как всегда гаранты, поэтому я особо надежд не питаю, но деда я тоже очень хотела. Тридцатое. Это, наверное, у меня впервые один из самых быстрых. У меня только Делюк на стандарте, ну, и Наэлечка. Ну, вот кто голдовый, понятно? Нет, по-моему, только пятое. Или четвертое, или пятое. Угу. Я бы тоже ее С6 хотела. Значит, у нас самая быстрая крутка будет. Все остальное на девочек. Да, я очень хотела на Какоми и на... Я козу оставить обязательно. Здравствуйте, господин Джунли. Еще одна Диона. Угу. Тоже нифига мне нападало вообще. Обалдеть вообще. Я в шоке. Я-то думала, я сейчас до победного буду. Короче. Столько готовились. Возмущаться надо больше. Нормально, чё? У них вот теперь появилась кнопка «Поделиться». А она и была. А, была? Я ее не видела почему-то никогда. Не помню. Почему как, ну, принтскрин делаю, все. Вот. И где «Поделиться»? А это он сфоткал, да? Он сфоткал, да, и ты можешь ее отправить. Ну, так я нашим хотела. Ну, пока нажми на папку эту. Сохранить? Сохранить, да, потом отправим. Хорошо. Он не выходит. Я что-то заела. Куда надо? На пустое место? На крестик тут опасно жать. Окей. Ну. Короче, возмущаться надо больше и чаще, дамы и господа. Потому что вот. Ну вот он у меня получался какой? Тоже 25-й, так же, как Делюкс стандарта у него. У меня вот единственный раз в жизни на стандарте вот так повезло. Блин, круто, чё. А вот как раз он и говорит. Так, окей. Не, ну дедуля это прям божественно, конечно. Но я с планшета редко играю, я даже не знаю, как в нее персов зайти. Наверное, вот так. Наэльчика, солнышко, очень ее люблю. Да, она пятая все-таки, ничего себе. Это на ульту. Рыцарь метлы и щетки. Гениально названо. Так, а Диона... Я даже качать начала. Диона только третья, но, кстати, по-моему, это... Это щиток. Это щиток, да, я думала, это ульта. Ну, как называется? И еще стаканчик. Увеличит уровень навыка авторский коктейль на 3. Да, это ульта. Это ульта, ой, хорошо, вот это я прям хотела. Щиточек, вот, это пятое, это ушки. Да. Котик, да? Да. Вот, двойной шот со льдом называется. Такие замечательные, очаровательные названия у него, конечно. Хорошо, да, и прям и дедуля. Господи, мне прям отлегло все. Повезло. Явно из девочек команды выбьешь. Да, у меня там... Ну, и Сенсю сейчас возьму, у меня его нет. Мне просто вообще как-то очень жестко не везет на фиолетке, чтобы вот тут показать, чтобы вы понимали. Да, дедуля, вот. Так, это те, которые у меня есть. А как показать всех? Галерея. Секундочку. Назад. Угу, сейчас. Еще назад. Еще назад. Через меню вот это вот поймать, да? Так. Да, галерея. У меня вот как-то вот с компа мне нормально, с планшета очень непривычно. Сейчас, секунду, плохо вижу. Ну, чтобы вы понимали, да? Калей, Хейдзу там мне нападали, потому что вот Тома, да? И потому что я крутила те баннеры. Розари мне вообще выпало чудом. Я один раз крутанула баннер Аяки. Ну, кстати, я очень довольна, потому что я люблю Розарию. Вот, Диона мне вот выпала в этом баннере, да? Со стандарта, конечно, много всего дропнулось. Беню я в итоге, по-моему, брала в том числе и за блеск. Вот, но у меня вот нет ни Рейзера, ни Сенсю, ни Чугуна, ни Янки. Да, вот Саюшка есть. Зато у меня есть Саракузи, который нет у Кирюхи.
Она у меня единственная, кого нет. Да, вот, кстати, единственный фиолетовый персонаж, да, которого нет. У меня Юнзи нет, то есть, ну, просто вот. Куки нет. Она, правильно, она была в баннере Ита, а я его не крутила. А она новый персонаж. Ну, то есть, ну, вот тут вот так вот и живем. Ну, короче, я очень довольна, на самом деле. Сейчас буду качать дедулю. Господин Джунгли, простите. Вот, прям очень классно. Давно мне так не везло, надо чаще возмущаться. Так что теперь я буду защищена хорошим щитом, потому что я рак. Вот, а так действительно останется что-нибудь на девочек. Но я вот даже, кстати, не знаю, кого я буду крутить первым. Ты вот кого будешь крутить первым? Я не знаю, тоже думаю, либо Ганьку, либо, потому что каком я хочу подготовить для бездны. Угу. А Ганьку я хочу, не знаю, Саяка их совместить как-то, чтобы они вместе там летовали, разносили все. Угу. Вот такое сделать прям. Вот, я просто не знаю, потому что вот. Потому что мне и Какоми очень хочется, потому что она... Азментис wine tastes the same as I remember. Да-да-да, а именно. Вот, потому что хочется затестировать, так сказать, клёвого хила. Вот, а Ганя, ну она приятная. Я вообще за луков играть абсолютно не умею, я классический рэп. Вот, но вот прям, я уже тут деда потихонечку. It seems my strength is Вот, но как-то вот хочется обеих почему-то, приятной девушки. Ну там посмотрим. А у них будет, да, в баннере на втором плане Дори там и прочее. Ну, понятно. Мне просто еще очень интересно, кто будет следующий. Но пока секрет ведем. Вот. Ну все. Че, клево. Я довольна. Вообще круто. Продолжение после Мани. Мне прям повезло. У нас обновился, да, магазинчик. Сейчас попробуем быстренько докупить что-нибудь и что-нибудь докрутить. Потому что я хочу все-таки диванчик еще себе набить. А у меня... А, ой, у меня всего... Почему у меня их две? Я думал, у меня их больше. Какого? Розовых круточек. Так, магазин Пайман. Звездная вот эта вот штука. Скупаем все. Ну, так сделай ежедневки. Пройди ивент, не знаю. Так. Что тут Синтью это? Ну, я не знаю, что Синтью, как у меня. Нина, у тебя точно С6 прям абсолютно? Нина, да, я помню. А Синтью не знаю. А, я, кстати, мне казалось, он у тебя без конца. Ага. Так, ну давай. Вот этот крутанем стандартный банан. У тебя десятка? Да? Десятка, даже 14 у меня. У меня вчера какая-то фигня с ним выпала. А, четвертый фавони. Угу. Ну, это же такая фигня. О. Голда? Голда? Ну давай. ЦЦ, С3. Сахароза. Так, хорошо. Отлично, кстати. Кто? Амос. Для козы? Ты выбьешь козу. Это знак. Ну вот и козочки на пушку. У меня Амос тоже со стандарта дропнулся. Это, видимо, это предвкушение уже. Но у меня он дропнулся 100 лет назад. Ну, это у меня вот только первый раз. Потому что я думала, что она у меня будет бегать с луком Елай. Да ладно, нормально. Вот ей повезло, и она свою пушку увидела. Так что первую козу крути. Да. Тебе намекаются. Да, видимо, да. Блин, а здесь мне не хватает двух крутилочек. А, так, подожди, да, я так сделаю. А за блеск ты не можешь купить, вот, чтобы до десятки просто? Ну, чтобы не париться, типа, одной не тыкать. Ну, я могу сейчас быстренько пройти ежедневки. Ну, это максимум на одну крутку. Обычно. Мне даже одной ежедневки достаточно будет. И одну купить за блеск. Камни столько, купить одну вот здесь. И одну вот здесь.
И чума, и мы крутим. Рогатка. Меч дракона. Колею. Ну, у нас сегодня крутки моны были. В смысле, у меня были в прошлый раз. Ну, Грац, что, у тебя ее вообще-то не было. У тебя теперь второй персонаж, который ходит быстрее всех в игре. Это моно Т2. Т1. А когда это она у тебя выпала еще? По-моему, мне... нет, это первая моно. Вот именно. Ну, кстати, я сейчас проиграл гарант. Да. Значит, у меня девочка будет. 100%. Грац, что? Да. Моно молодец. Я даже вот, ну, деда я уже второй раз проигрываю. Второй раз уже проигрываю деда. Розария. Ничего себе. Вот я бы не отказалась от конца. Короче, Мона, Калея и Розария. Ну, а у меня дед, Наэль и... Одной круткой тоже. Диона, да, тоже да. Одной круткой. Офигеть. Что случилось-то? Не знаю. Что-то когда крутили, падало по одной и какое-нибудь ненужное оружие. Я только что выбил две голды. Все, ну как бы. Больше пока не крути, у тебя лимит удачи исчерпан на ближайшие полгода, походу. С двух футок две голды. И я тоже с одной крутой. И ты с одной, да. Ну все, капец. Страшно уже не дома. А, Маргойна выиграла 50 на 50. Надо, короче, транзиты посмотреть. Мне кажется, что-то не то на ней все. Так. Да, Розария, Калей и... Да, Мон у меня первый, мне что-то казалось, что она у меня уже есть. Я же тебе говорю, у тебя ее нет. Это у меня первое созвездие было, потому что у меня она с молитвы новичка дропнулась. Да, я с тобой перепутал. Так, созвездие. Калей, четвертое. Обалдеть. Вот Калей, кстати, мне плохо падал. Розария, по-моему... А, Розария второе созвездие. Ё, у меня Розария вообще без кон. Ну, вот. Вот. Ну, так вот. Вот так вот. Мне кажется, мы сегодня побьем все рекорды. Ну все, давайте. Увидимся на девчонках. Да.